Помимо операций сложения, вычитания, умножения, есть операции целочисленного деления. Результатом целочисленного деления является всегда целое число. Операция обозначается с помощью двойного слэша. Например, давайте разделим 40 на 8. Результат будет 5. Если одно число на целое не делится на другое, то мы получаем целое частное. Например, если 42 разделить на 8, то мы получим те же самые 5, еще остается 2 в остатке. Для того, чтобы получить остаток от деления, мы можем использовать операцию, которая обозначается с помощью символа процент. Таким образом, 42% 8, это будет 2%.